Следующий момент, который нам нужно обсудить, говоря о преемственности русской православной церкви от Византии, это монашество и монашеская жизнь. Монашество очень значимая часть православной церкви, очень влиятельная часть православной церкви, но монашество не что-то такое, что возникает в церкви в самый первый момент ее существования, здесь даже православные историки согласны, что монашество сравнительно позднее явление. И какие-то первые истории, связанные с монашеством, относятся примерно к третьему веку. Хотя большая часть этих историй, не такие истории скорее легендарные. Но тем не менее, в третьем веке возникает такая тенденция, когда некоторые люди уходят от обычной жизни, уходят в пустыню. И там проводят жизнь там, в созерцании, в молитве, в каком-то особом общении с Богом. Но в III веке вот эти вот уходы и поиск такой особой э, изолированной духовности достаточно редкое явление. Массовым явлением монашества становится в IV веке. Мы с вами говорили о IV веке, что это время, когда христианство становится государственной религией Римской империи. И если до IV века быть христианином было трудно, тяжело и опасно, если человек искал какую-то трудность или опасность, ему вовсе не нужно было идти в пустыню, и трудности и опасности он мог найти легко в своей повседневной жизни, то в IV веке вдруг все эти трудности и опасности прекратились. Христианином было быть теперь легко, в каком-то смысле естественно, а к концу IV века вообще было опасно быть не христианином. И в этом отношении люди, которые не удовлетворялись вот таким вот номинальным христианством, не удовлетворялись возможностью просто быть как все, но как-то искали особого посвящения своей жизни Богу, помимо всего прочего, находили это посвящение и в уходе из мира, в уходе от обычной жизни, в жизни монашеской. Поэтому монашество первоначально возникает как некая а, мягкая альтернатива официальной церкви. Они не выступали против официальной церкви, не возмущались, не совершали какую-то революцию. Они просто уходили из церкви, потому что формирующаяся в церкви а, у них на глазах реальность их не удовлетворяла и не казалась им подлинным христианством. Уход в пустыню предполагал очень часто особый аскетический образ жизни. Уход в пустыню выражал одно из таких, один из элементов монашества. Монашество ⁇ это часто отказ от того, чем человек мог бы пользоваться. Прежде всего, отказ от имущества, отказ от общения с противоположным полом, отказ от какой-то благополучной и спокойной жизни. И просто чтобы вы почувствовали, как устроена была жизнь в те времена, как монашихи проводили, я чуть-чуть вам почитаю отрывки из истории христианской церкви Шафа из третьего тома. Он так описывает некоторые элементы монашества того времени. Знаменитый отшельник и пресвитер Исидор Александрийский не прикасался к мясу, всегда не доедал и, как сообщает Палладий, за столом часто плакал от стыда, что ему приходится есть нечто материальное, подобно неразумным зверям. Макарий старший или великий в течение долгого времени ел только раз в неделю, спал стоя и опираясь на посох. Не менее известный Макарий младший в течение трех лет Съедал по 100-150 граммов хлеба в день, а еще семье лет ел только сырую траву и бобы. Симеон 36 лет молился, постился и проповедовал на верхушке столба высотой около 10 метров. Ел только раз в неделю, а во время поста вообще не ел. Святые Антоний и Ларион отказывались причесываться и стричься. Они делали это только раз в год на Пасху, мыть руки и ноги. Другие отшельники ходили по пустыне почти совершенно обнаженными. Макарий-младший, по словам его ученика Паладия, однажды шесть месяцев пролежал нагим в болоте в Скетской пустыне, подвергаясь постоянному нападению африканского гнуса, жало которого способно пронзить даже шкуру дикого кабана. Он хотел наказать себе за то, что однажды прихлопнул комара... И был так искусен гнусом и осами, что его принимали за прокаженного и узнавали только по голосу. Святой Симеон Столпник, по свидетельству его Феодорита, в течение долгого времени терпел мучения, которые причиняли ему 20 громадных жуков, и скрывал нарыв полный червей, упражняясь в терпении и кротости. Федорит рассказывает о прославленном Лепсисе Скрита, что он провел 60 лет в одной и той же келье, никого не видя и ни с кем не разговаривая, и выглядел таким диким и оборванным, что однажды пастух принял его за волка и стал бросать него камнями, но потом обнаружил свою ошибку и поклонился отшельнику как святому. Это только несколько примеров, можете у Шафа посмотреть еще что-то, ну и можете более подробно посмотреть в житиях святых по поводу того, как совершалась монашеская жизнь и какой подвиг они находили в той жизни, где исчезло место подвигу в связи с отсутствием гонений и в связи с тем, что империя стала христианизироваться. Но... Если поначалу монашество было странным явлением, монашество было таким альтернативным явлением, может быть, официальной церкви, то постепенно, по крайней отношение отношения к монашеству начинают меняться. Это связано с тем, что люди, проводившие такой, может быть, необычный, очень тяжелый образ жизни, в любом случае привлекали к себе внимание, и они делали то, что другие люди были делать неспособны, и у них потихонечку все больше и больше возрастал авторитет среди обычных людей. Поэтому к тому же Симеону Столпнику, который вот на столбе в течение многих лет жил, ну, столб это просто буквальный столб, наверху площадка примерно метрового диаметра. Он был прикован цепью, чтобы случайно оттуда не свалиться, например, во сне и так далее. И вот он там все время проводил, никогда оттуда не спускаясь. Вот к нему приходили люди, обращались к нему, спрашивали советы. И потихонечку он становился таким вот авторитетом и руководителем для жизни простых людей, для жизни, в общем-то, людей, облеченных властью, которые тоже за советом приходили к нему. И поэтому монашество, возникнув как альтернатива, потихонечку становится достаточно авторитетным явлением в церкви. И потом многих монахов приглашают на епископские должности, хотя большая часть из них бежит от таких должностей. Некоторые соглашаются, и помаленьку происходит возвращение монашества в церковь, но уже теперь возвращение в церковь в качестве церковного руководства. И после этого возвращения, после того, как монахи, приобретя авторитет своим особым подвижничеством, особым подвигом. Может быть, протестанты, конечно, не так оценят подвиг этот, как православный или кто-то другой, но все-таки впечатляющими своими действиями они потихонечку становятся лидерами, руководством церкви, а потом и вообще носителями церковной жизни, церковного предания и выразителями православия. К моменту крещения Руси монашество это главный носитель православия, главный носитель православной веры, православного учения в церкви. И поэтому неудивительно, что в Византии достаточно развито монашество, и неудивительно, что как только христианство приходит на Русь, и здесь на Руси тоже активно распространяется монашество. Вообще говоря, с одной стороны, вроде бы с протестантской точки зрения, а монашество явление чрезвычайно странное, хотя мы можем понять, что некоторые элементы аскетизма есть и в Новом Завете. Помните, например, рассуждение апостола Павла в 7 главе послания к римлянам, где он говорит о предпочтительности безбрачия. Хотя, конечно, апостол Павел от предпочтительности безбрачия говорит гораздо более мягкими словами, чем потом говорили об этой предпочтительности в монашеской среде. Просто несколько цитат из Иоанна Мускина: «Женщина есть зло. Богатая женщина – двойное зло. Красивая женщина – гроб побеленный. Греховность мужчины лучше, чем благость женщины». Сестры особо оценили цитату, да. Вот. Ну, но тем не менее, какие-то элементы этого есть. А, просто нет того радикализма. Это, во-первых. А, Во-вторых, думая о монашестве, может быть, удивляясь, может быть, смущаясь этому. Мы, тем не менее, должны понять, что монашество не в той его крайней аскетичной форме, когда люди ушли, предались мучению и так далее, а в формах более мягких, в формах монашеского общежития, когда создаются монастыри, когда монахи вместе чем-то занимаются. Тем не менее, монашество действительно в древнем мире, где слабо была развита грамотность, где было сложно с литературой, с и так далее, монашество было в том числе и хранителем культуры, хранителем богословия. И большая часть литературной работы, большая часть богословской работы, она совершалась именно в монастырях. И то наследие, которое мы имеем с древности, то те рукописи древних авторов, кстати, даже зачастую и не церковных авторов в том числе, они дошли до нас, и они сохранены, были монашеством. Поэтому монашество это... Ну, прежде всего странностью своей жизни напоминание о том, что все-таки церковь что-то не от мира сего, а в эпоху слияния церкви и государства это важное напоминание монашество благодаря своей освобожденности и посвященности это еще и хранение информации, учения, литературы и так далее и с монашеством было достаточно тесно связано миссионерство, потому что многие монахи были миссионерами, ну или миссионеры были монахами, поэтому распространение христианства это тоже во многом было монашеским действием. Поэтому мы не можем вот так вот просто однозначно легко и просто сказать это хорошо или это плохо. Монашество, как и многие другие явления в православии, в истории церкви, явление чрезвычайно многогранное. Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com. Мы когда говорили о приходе христианства на Русь, мы говорили, что оно приходит в момент господства в Византии так называемых охранительных идей. Когда было представление, то что до нас уже все сделано, мы ничего прибавить к отцам не можем, наша задача только сохранить, ну и передать следующему поколению то, что у нас есть. Так вот, охранительные идеи это были прежде всего идеи такой официальной церкви, официальной церковной среды, но не обязательно монашеские идеи. А в монашестве продолжалось определенное движение и определенное развитие. Если официальная церковь Византии была охранительной церковью, то монахи все-таки еще двигались куда-то в развитии богословия. И наиболее яркое движение в Византии, которое возникает там в веке X, которое расцветает потом к веку XII-XIII и находит свою кульминацию в работах Георгия Паламы в XIV веке, исключительно монашеское движение так называемого исихазма. Мы будем, может быть, к нему еще возвращаться, но просто для понимания того, что происходило в православии, несколько слов об исихазме нужно сказать. Исихазм — это прежде всего особая практика молитвы и некого духовного переживания в православной церкви. Но одна из форм исихазма выглядит следующим образом. Это, это не обязательно всегда так, но это просто одна из форм, я ее попытаюсь вам описать. Человек молится следующими словами в русском варианте ⁇ Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, меня грешного ⁇ Первая половина фразы произносится на вдохе, вторая половина фразы произносится на выдохе. Произнесение слов соотносится с ритмом сердцебиения. И так делается несколько тысяч раз. Говорят, что если практиковать это, то тут есть два варианта. Либо вы сойдете с ума, и предупреждают и в православной литературе в том числе, что такие практики без руководства со стороны опытного учителя опасны для психики, либо ваш ум сойдет в сердце. И молитва станет психосоматической, повторяемой круглосуточная, и в конце концов вы начнете видеть нетварный Божий свет. Вот эта вот практика, она неизвестна практически или слабо известна на момент крещения Руси, но это то, что развивается в Византии в последующие века после того, как Русь была крещена. С одной стороны когда мы смотрим на эту практику, которая очень напоминает восточную медицитацию. И, кстати, авторам, которые пишут об исихазме, современным авторам, приходится постоянно оправдываться и говорить, что это не то, что там у, у, в Индии или еще где-то, это совсем другое, там к ложным, ложных богов видят. А здесь и свет истинного бога видят, но все равно очень странное вроде бы. Но не от практика: тем не менее, у исихазма есть важные последствия, причем последствия не только там связанные с духовными переживаниями, но и последствия социальные. Человек с помощью этой практики, человек особым образом а, пережива, переживающий все это, переживает близость с Богом, переживает наполнение Божьей энергией, переживает такое а, «Обоженье» есть очень популярный православный термин. И просто, чтобы нам лучше это прочувствовать и понять, как потом все это отображается, я прочитаю слова одного известного етихаста XI века Симеона Нового Богослова. Он описывает свой опыт и размышляет о нем следующим образом. «О Бог и Господь Сидержитель!» Твоей красотою незримой насытиться сможет ли кто-то? Твоей необъятностью, Боже, Наполниться сможет ли кто-то, Увидит ли кто-нибудь Боже Лица твоего сияния, Хотя бы ходил он достойно Во всех твоих повелениях, Какое страшное чудо, Невозможное, совершенное, Живя в этом тяжком мире, В этом страшном и мрачном мире, Унестись вместе с телом из мира, О чудесная страшная тайна, То превзошел свое тело, кто, превзойдя мрак тления, оставил весь мир и скрылся? О, как легковесно познание, как бедны все слова земные! Ибо где человек тот скрылся, кто, пройдя этот мир, унесся за пределы всего, что видим? Насколько хлеб чистый и свежий, дороже и слаще грязи, настолько и много больше все небесное выше земного для тех, кто его вкусили». Устыдись, мудрецов, всех мудрость, лишенная истинных знаний. Простота наших слов на деле настоящую мудрость содержит, что к Богу близка живому. А я через эту премудрость возрождаюсь и Богом бываю, созерцая Бога во веки. Вот примерно такие стихи порождал исихаский опыт. И вот это вот ощущение «я бываю Богом», вот это вот ощущение сходства, как победы над властью тела, победы над этим страшным миром, оно давало достаточно сильный импульс для того, чтобы люди, ну, включенные в эту практику, они становились ну, по-христиански активны и в других каких-то сферах повседневной жизни. И поэтому, с одной стороны, вроде бы очень странная мистическая практика, а с другой стороны, человек не воспринимает больше себя как что-то ничтожное, незначимое и ни на что не способное, но человек начинает воспринимать себя как тот, который по благодати становится Богом, как тот, который причастен Божьим энергиям, и это придает определенную активность человеку. И наверняка вы слышали такое имя, как Сергей Радонежский, такое одно из известных православных имен на слуху, и вы живущие в Курске как-то, наверное, особо должны быть знакомы с этим именем. Так вот, Сергей Радонежский, один из примеров есихастов. Он учился на Афоне в знаменитом центре исихазма в Греции. Он владел этой практикой, она, он учил этой практике. И помимо того, что он был сехазпом, он был достаточно значимым, влиятельным общественным деятелем, и одно с другим очень тесно связано. Поэтому есть еще одна вот такая исихазская традиция в монашестве, которая ну, практически не было на момент крещения Руси, но потом, которая потихоньку из Византии приходит. Она не получила первоначально бурного развития в русской церкви по той причине, что исихазм а, помимо всего прочего, связан был с таким явлением на Руси как нестижательство, то есть с противостоянием обогащению церкви, с противостоянием того, чтобы церковь влиятельно становилась за счет своего богатства и своих связей, и с настаиванием на то, что церковь должна быть влиятельна за счет духовного преображения, а не внешнего накопления сил и богатств. Идеи нестижателей проиграли, то есть, точнее, нестижатели проиграли, их идеи так и не получили широкой поддержки. И нестижательство вместе с эхразмом, с, с присергией Радонишском, при Нилесовском, может быть, и достигло какого-то пика, а потом сошло на нет и вернулось в русскую церковь только в XIX веке. Тем не менее, монашество традиционное, как э, достаточно серьезная сила, показывающая отделенность от мира, хранящая знания, проповедующая и монашество исихасское с странными практиками молитвы, но при этом с осознанием особой значимости людей, как становящихся по благодати богами, это все во многом определило и определяет жизнь православной церкви. И плох тот православный, который хотя бы иногда не мечтал быть монахом. Если нет такой мечты в молодом, по крайней мере, православном человеке, то считается, что православие он до конца еще и не понял. Поэтому мы постоянно будем сталкиваться с монашеством, с монашескими вопросами в нашем дальнейшем размышлении о православии. Но опять-таки и традиционное монашество, и исихарское монашество, все это приходит из Византии. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.